Добрый день, это Англия, большие размеры, качество, люкс, 18 размер, хлопок, 16, 18, женский, 19,5 по вороту, мужской, хлопок, Liverge XL, мужская River Island XL, юбка на резиночке, 2XL, это брюки, легкие брюки на резинке, блузка, легкие штаны, 18 размер, New Look. Здесь резинки, джинсы на замке. Так, мне кажется, 20-й. Мужская рубашка XL. Но я вот удивляюсь просто, какая она мужская. То есть, что это? Либо это костюмная, либо это сценическая. Либо это вообще какая-то спецодежда, потому что у нее интересная ткань, и у нее есть плечики. Интересная штука. Не похожа на мужскую вещь. 18 размер. Хлопок. Мужская. 2XL. Хлопок. Примарк. И вот рукава, 16 размер, Марк Спенсер, классика, 20 размер, штанишки Леон, Марк Спенсер, так, 107, я вот думаю, что это мужские льняные штаны, у них есть некоторая потеря цвета, здесь и здесь. Вот я ее хорошо вижу, я просто не знаю, хорошо ли она видна на камере. Но штаны сами по себе, мало того, что они льняные, они еще в отличном состоянии. Вот эти нюансы, они могут быть, ну как, собственно говоря, я думаю, что они должны здесь лежать. А почему? Потому что сами по себе штаны классные. И, скорее всего, мужские, учитывая надвигающееся лето, то они прямо в тему. А вот эти нюансы, они при носке будут не так заметны, это раз. А во-вторых, в тканевых магазинах, которые продают ткани, там же продают и красители, каких только цветов нету. Очень дешево стоят, их можно один раз постирать в горячей воде, и они, допустим, закрасятся. Ну, либо предложить это сделать клиентам, что, наверное, будет лучше. 20 размер, юбка на резинке. 3XL хлопок, 3XL хлопок, мужская, 2XL хлопок, мужская, ну да, она мужская, это женская, 2XL, джинса легкая, не плотная, XL, женская, 2XL, XL, это синтетика, 22 размер, хлопок, думаю, 20-ка. Так, на резинке. 22 размер, точно такой же, только цвет другой, 22, здесь хлопковая кофта с карманами, брюки Two Women, премиум линия, линия премиум, вот так вот у них пояс есть. Ну, красивый. Я не вижу, если честно. 18-й. Красивые штаны.
Так, хлопок. XL. Платье 16 размер. Платье на пуговицах. Немножко расклешенное к низу. 18 размер. XL мужской. Примарк. 20 размер хлопковый To Woman. Есть карманы. Ну, я считаю, что это важно, то удобно. В дешевых юбках такое не делают, прям совсем в дешевых, потому что это же стоимость прибавляет. 46 размер на замке. Хлопок с карманами. Буклированный жакет, 24 размер, укороченный. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Лен, 22 размер, XL, 22-24. Здесь есть бретели, рукавчики, 30 размер. Тоже большой размер, мужской. Лен, женская, удлиненная. Я думаю, 20-22, думаю, так. Так, 22-й хлопок. Максмара. Максмара плюс. Не знаю, размера нет, но 18 похоже. Так, это синтетика. 24, наверное. Хлопок. 14 или 16 размер. Нет размера. Штаны вельвет. Тоже размер 18. Прямые штаны на резинке. Хлопок 22 размер, женская. Вельвет 22 размер на замке. XL примарк. XL мужская хлопок. Хлопок XL. XL на замке. Ну, я думаю, 18. Папайя 20 размер. Есть бретели. Атмосфер 18. Хлопок 16. Хлопок. И в стиле такой, знаете, нашивки, а смотрится как пэтчворк. Такая интересная, да. 18-й хлопок. Хлопок. XL. 16-й. Джордж. Есть бретельки. Это такая туника. Думаю, что где-то 30-й. Но она большая, реально. Хлопок 3XL. Мужской. Лен, штаны лен. 18 размер. Next. На резинке. Да, они без дефектов абсолютно. Джордж. 18-й. XL. Так. Хлопок. Ну, я думаю, 18-й. 2XL хлопок. 18-й хлопок. 20-й тоже хлопок. 18-й Ривьер Исланд.
хлопок. Восемнадцатый-двадцатый тигел. Юбка плиссе. 18 размер. Без подклада. На резинке. 2XL, фланель, мужская. Марк Спенсер, 20 размер, хлопок. 20 размер. Трикотажная ткань, футболочная. И XL, это знаете как? Сейчас я скажу. Это платье, да, вот так вот оно. Платье на резинке плотной, XL, здесь тоже резинка, носится на топ, на майку, на футболку, длинная, без бретелей. Синтетика. New Look, 18 размер, на резинке. 20-й. Хлопок, платье, туника, примарк, 14 размер, женская, 20-22, синтетика. Так, здесь толстовочная такая немножко ткань, 18-й, здесь шерсть. Однозначно, это Марк Спенсер, и видно, что вещь винтажная. Я, знаете, почему вижу, что вещь винтажная? Потому что, скорее всего, Марк Спенсер, во-первых, есть плечики, 90 это точно. Во-вторых, пуговицы, которые ярко говорят о конце прошлого столетия. Ну и в то время Марк Спенсер, наверное, использовал шерсть с качеством Волмарк. Сейчас, наверное, все-таки они так не делают, ну, по крайней мере, Марк Спенсер. Это же считается как масс-маркет. Вообще винтажная кофта. Вельвет мужской. Это с платформы Asus. 22-й хлопок. Джордж. Синтетика. Такая блузка с поясочком. Так, 22-й, для нашего российского потребителя очень смелый прикид, хлопок, Джордж, женский, размера нет, но по ощущениям 18-й. Next, 18-й размер, а это пускай не смущает вас, это пыль от мешка. На самом деле дефекта вот я не вижу здесь. Такая блузка с коротким рукавом, а может быть это туника. А у нее, кстати, смотрите, вот так вот сделано, чтобы ну, сильно не было видно. То есть прорези как будто бы глубокие, но на самом деле они закрыты. Так, немаловажная деталь. Фланель мужская, примарк. Небольшой размер. Джинсы на Next 16 размер на замке. Марк Спенсер. Да, резинка. Плотный-плотный хлопок. И укороченные штанишки на лето. Синтетика. Думаю, что 16-18. Это хлопок 20-22. Хлопок 20-22. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.